Thanks a lot. Yeah.
скрутился. Руль раскрутился. Может, есть шестигранник? Шестигранник есть? Шестигранник? Нет, нет. Может, шестигранник есть? А? Шестигранник есть? Нет, нет. Тогда сколько надо? Принесу. Давай! Страшно, капец. Снимает камера? А батарейки сколько? Одна. Осталось? Ничего себе! А снимает камера, не? Я с этой стороны ногу уже не закину. Фу, бля. Надо его на бок вытягивать. Ой, бля. Да, телефон экраном в другую сторону перевернул. Она уже еще на спуске последняя. Спасибо центру за это! Там еще одного рожу. Не предупреждаете! Артём Кунцевич учил пускай как-то там. О, стоять! Ах ты гад, сам поехал. О, хорошо хоть не завелся.
Надо посёрбать водичку. Я, мягко говоря, не ожидал, что там спуск сразу. Я заехал нормально. Я так понимаю. Мы идем даже быстрее, чем они едут. Поворотник заработал, прикинь. Должна была в этой майке быть, но как-то холодновато оказалось. Часов успеем, у нас магазин прям под боком. Пошли мы, короче, в магазин. Пошли мы в магазин. Приходим, он до 8 был. Мы такие, бля. Вот. И мы почесали, короче, втроем три бибы и бобы. Ну, еще один. Не знаю, как назвать. Через поле на эту заправку. По пути на поле. Эту ночью мы с фонариками шли, как дурачки. За пивом. Сегодня фасизм. А мы вчера с пивом шли покупать. Но мы перед этим выпили бутылку шампанского. И вторую начали. Вот. И, короче, идем, и у меня посреди поля начинает жестко сводить судорога ногу. Я там начинаю корчиться. Все это записано на видео. Приходим мы, значит, на заправку. А на заправке, короче, ковры постелены. И такой мужичок, такой пацанчик, милаха такой. Если ты меня смотришь, извини. Бля, вторая не стекает. Ладно, поедем на первую. Вот, включилось. Мы, короче, такие подходим к нему. А у него сбоку бейджик, практикант. Бля, как в школе какой-то. Вот. Мы так отшутились, потом ходим, выбираем пиво. Сюда и сюда походили, походили, походили. А там, оказывается, следов наделали. Капец сколько. Вот. Ну давай. Помню эту горку. Ой, как красиво. Сейчас. Где-то в час мы легли. Легли полупьяненькие. С утра дождь барабанил. Подвеску надо беречь у Минчика. Какие камни. И сегодня...
сегодня вот я здесь. К слову, сколько я тренировался. Тренировался я. Как вы знаете, спонсор моего показа. Блин, как красиво. Спонсор показа этого видео. Руслан Эндуро. Канал Руслан Эндуро. Подписываемся там где-нибудь. Он же у нас гуру. Ой, как красиво сейчас будет. Это у нас проедет. Ну, зеленая кофта еще. Это мой брат. Как я круто заехал, все ссутся, а я взял и заехал. Ух ты! Тут моя погибель. О, я проехал. Че ты газуешь, Славик? Походу всем нравилось, когда я ныл. Как это умеете, блядь? Учитесь работать с сцеплением, парниши. Ага. Сейчас я. Господи, второе КП, неужели? Далеко до третьего? Не знаю. Я даже не знаю.
Лучше туда. Да. И сможешь вот здесь повернуть, вот здесь. Не, раньше. Раньше. Хера себе. Да. Один в один. Снимает она там. Снимает. В общем, мы едем. Дождь начинается.